Всем привет! Сегодня будем делать FM Base на основе Arturia DX7. Виртуальная копия Yamaha DX7. FM-синтезатор. Выбираем пустой пресет. У оператора 1 ставим ratio 0,25. Это означает, что он действует на 2 октавы ниже. Настраиваем envelope. Простые настройки. Очень быстрая атака. Sustain отсутствует. Decay по вкусу. Релиз то же самое. У DX7 есть отдельная страница для огибающих envelopes. На ней мы можем более точно настроить огибающий. Обратите внимание, rate multiplier, мы масштабируем по времени нашу огибающую. Копируем настройки огибающей и вставляем оператор 2, который модулирует оператор 1. Вот, поднимая его громкость, мы увеличиваем степень модуляции. Он у нас работает на той же октаве, на которой у нас проигрываются ноты. Делаем огибающий покороче относительно огибающий оператора 1. На вкладке Envelope скопируем параметры огибающий оператора 1 оператору 3, оператора 2 оператору 4 и оператору 5. У оператора 3 ratio 0,5, то есть на октаву ниже. У оператора 4 0,25, на 2 октавы ниже. Если посмотреть на рисунок логаритма на дисплее посередине, мы увидим, что мы слышим оператор 1 и оператор 3. Все остальные являются моделирующими операторами. Оператор 5 должен быть достаточно высокий, он используется для клика. Давайте поставим ratio 7. Вот мы теперь слышим клик. Ну, его огибающая, соответственно, гораздо короче огибающая остальных операторов. Оператор 3 будет отвечать за тело звука. Ну, а оператор 1, соответственно, это более басовая составляющая. Покрутим ручку feedback у оператора 2. Выступает в роли своеобразного вейв-шейпера. Добавим немного хоруса. Не надо злоупотреблять. Немножко всегда хорошо для такого типа звуков. Обратите внимание, внизу 4 регулятора. Это как бы такие макросы, которые действуют, скажем, на все огибающие всех операторов или на все громкости всех операторов. Настройте их на MIDI-контроллер, и будет вам счастье. Резонно сделать наш синтезатор монофоническим, а не полифоническим. Все-таки это бас. И заодно сбережете ресурсы компьютера. Обратите внимание, цифроаналоговый преобразователь двух видов. Винтаж и модерн. Винтаж более грязный. Приятного синтеза!